Добрый день! Сегодня я буду распаковывать посылочку, которая мне пришла от мыла Opt. У них заказываю я уже не в первый раз. И сейчас посмотрим, что нам пришло сегодня. Ну, в первую очередь, у нас тут накладная, в которой 14 позиций, как я и заказывала. У нас кокосовое масло твердое, 500 грамм, в таком контейнере. Замечательно, что в контейнере. Я думала, будет просто в пакете. Так, это у нас баночки косметические на 80 миллилитров. Это у нас баночки. Сейчас покажу. 150 миллилитров баночка. Вторая. Третья такая же. И на 100 миллилитров баночка с вот такой крышечкой. Тут у меня тоже три штуки. Кокосовая стружка, отдушка. Баночки. Дальше я заказывала мыльную основу. Производство Израиль. 1 килограмм. Хорошая. Такую я брала. В прошлый раз брала Макс 5. В этот раз взяла Макс 6. Должна быть более прозрачная. Дальше у нас здесь крахмал кукурузный. Так, крахмал кукурузный 50 грамм. И второй такой вот пакетик на 50 грамм. Дальше у нас сера. Тоже 50 грамм. Дальше взяла вот такая вот кремообразная мыльная основа. 200 грамм. Производство Англия. Тоже в контейнере, что замечательно. Так, форма для бомбочек. Сердечки маленькие. Они такие милые. Это у нас глицерин. Это у нас кокамидопропилбетаин. Очень сложно выговорить это слово. Но это будет пенообразующее средство. Так, это вторая такая же бутылочка. Пенообразователь. Отдушка Ки. И отдушка дыня сладкая. Наша посылка распакована. Ею я очень довольна. Вот. Всем рекомендую данный сайт. Всегда очень много позиций в наличии. То есть меня все устраивает. И вам я тоже рекомендую заказывать на сайте Мыло Опт. Всем спасибо за просмотр. До свидания.